Вот твоя мама передала там шампунь и одежду. Мама? Как она там? Переживает. Ты присмотри за ней, хорошо? Конечно. Слушай, я нашел номер одного адвоката. Так, хватит, я не хочу об этом слышать. Но он профессионал. Достаточно. Надо смириться. Брат, ну ты не можешь так жить. Абасов, свидание закончилось. Мне нужно идти. Прости. Ну ты береги себя, хорошо? Всем нашим привет передавай. Все, увиделся с другом? Да. Все, руки в ноги, давай вперед, еще полы надо везде помыть. Хорошо. Брат, ну ты не можешь так жить! Так а ты вообще помолчи. Сначала женись, а потом осуждай. Я вытащу его отсюда, понятно тебе?